В многоквартирном доме Академии наук на улице Дмитрия Ульянова поселился беспокойный жилец. Он недоволен добротным сталинским домом, точнее, лифтами. Ежедневно молодой человек выходит в интернет и атакует различные московские организации жалобами. Мол, купил квартиру, а ее круглосуточно трясет из-за того, что рядом машинное отделение лифта. Как только объехали данную квартиру, заметили на стене трещину. На данный момент она только увеличивается, более того, образовалась новая. Вот эта трещина, вызванная работой лифтового оборудования, но уже со стороны квартиры. Лифт, по мнению жильца, неисправен, раз он дробит стены. Соседи с Денисом согласны, но вместе с ним обивать пороги эксплуатационных и ремонтных организаций не хотят. Какой смысл? Пол Москвы так живет. Для многих эти звуки давно привычны. В ответ на жалобы Мослифт провел ряд работ, но акт жилец так и не подписал. Да, сейчас кабина не застревает, но и назвать такой лифт отремонтированным язык не поворачивается. В действительности работы были проведены, но сути проблемы они не изменили. Лифт по поводу на данный момент шумит, гремит, и амортизация в квартире ощутима. Более того, ударный стук не прекратился. Сегодня каждый шестой лифт в столице отработал нормативный срок, отпущенный изготовителем. Это 25 лет. Бывает, жильцам показывают новенькую кабину и говорят, лифт заменен. Но это, по большому счету, бутафория, то есть старый лифт с новой кабиной. Состояние тросов, тормозов, проводки, автоматики, двигателя специалисты, как правило, не афишируют. Я вам хочу ответить как профессионал. Если на лифте выполняется регламентная работа, полностью все регламентные работы, лифт безопасен. Безопасен. Качество регламентных работ жители обычно чувствуют на себе. Эти работы в конце весны по всей Москве проверял Ростехнадзор. Проверка удалась. Надзорный чиновник застрял в лифте вместе с телевизионной группой. Алло, говорите! Мы застряли в кабине лифта. Пожалуйста, освободите нас. Наверное, каждый москвич когда-либо кричал из кабины что-то подобное. В 2006 и 2007 годах в Москве действовала целевая программа. Выделялись деньги, менялись лифты, ставились новые кабины, но все равно власти не успевали за временем. А у нас старение идет быстрее, чем обновление. И поэтому этого недостаточно. Но с нового года, 2009 года, работы практически прекращены. Все по обновлению лифтового парка. И программ целевых нет. В минувшем году в столице произошло два ЧП в лифтовых шахтах со смертельным исходом. В одном из случаев тех, кто должен был проводить регламентные работы, судили. Ситуация, когда двери шахты открыты, а лифт не приехал, увы, не уникальна. Чем старше подъемник, тем выше вероятность сбоя техники. Самыми опасными считаются неавтоматические лифты, от которых начали отказываться еще при Брежневе. Пускай их называют раритетами, но эти раритеты не стоят в музее. Они работают, правда? Через раз. Зато они возвращают в детство. Тяжелой дверью с железной клеткой нужно хлопнуть как можно сильнее, потом замкнуть створки, чтобы опустилась рейка-блокиратор, и силой глубоко утопить кнопку. Иногда лифт оживает. От таких лифтов столица планировала избавиться к 2008 году, но на дворе, напомним, уже 2009. А этот лифт считается самым надежным, элеваторного типа, гордость Министерства сельского хозяйства с 1934 года. О нем ходили легенды, будто кабины наверху переворачиваются и пол становится потолком. Мы проверили. Нет, они остаются в прежнем положении. Несмотря на пугающую конструкцию, лифт безопасен, он встает при малейшем сопротивлении. Но вокруг этой достопримечательности, как и во всех жилых домах, идет обычная лестница. На всякий случай. Илья Филиппов, Мария Зинцова, Игорь Бондарь. Вести.